Среди акварельных и масляных натюрмортов, пейзажей и портретов, представленных на выставке, выделяются несколько работ в объемной технике декоративно-прикладного творчества. Автор этих произведений – новый участник клуба «Арт-Позитив» Ирина Попова-Шемякова. Это такая необычная техника, японское создание картин из лоскутков ткани без иголок на пенопласте. Освоив новую технику, Ирина решила пойти дальше и добавила своим работам объема. Ткань она стала укладывать складками, чтобы создавалось ощущение движения. Затем в дело пошли подручные материалы. Начала что-то приклеивать, увидела, что это еще интереснее. Различные камушки, веточки и краски уже начала. Гуашь я красила. Любое, вот все, что подходит для моих героев, для моих историй, я это применяла. Картина Ирины – это рассказы о ее друзьях и знакомых и личный жизненный опыт. У нее, как и у остальных участниц выставки, свой женский взгляд на мир. Новая выставка «Арт-Позитива» – это предчувствие весны. Здесь много цветов, света, насыщенных ярких красок и едва уловимой грусти о скоротечности времени. Каждая из участниц показывает зрителям, каким она видит этот мир. Мы настолько все разные. И мы настолько все неповторимые, то есть у каждого свой почерк. И это видно, это чувствуется, и это очень здорово. Потому что если бы мы были все одинаковы, это было бы неинтересно. Познакомиться с работами саровских художниц можно в Дивеевском доме культуры. Выставка работает до 15 апреля. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.